can't hear you. Hold on. Wait a minute. Get up my thumb. 4 minutes. В эфире программа «Субкультура». Субкультура – это субъективный взгляд на новое искусство. Субкультура – это новое сознание и идеалы. Это новый образ жизни и восприятие мира. Субкультура – это новые идеи и новые будущие. Это новые мы. Новое кино и музыка, литература и живопись, театр и моды – все новое и талантливое, зрелищное и просто интересное в программе «Субкультура». О том, что представляет собой это явление, в чем оно проявляется и каковы его перспективы, вы узнаете от людей, которые создают это новое искусство или имеют к этому прямое отношение. Все это и многое другое в программе «Субкультура». А начнем мы знакомство с культурой этого поколения на вечеринке «Гагарин Party», который состоялся в Москве на ВДНХ в павильоне «Космос». Это место было выбрано не случайно, так как жизнь и творчество этих людей неразрывно связаны с космосом, а энергетический бит музыки «Гагарин Party» несомненно напоминает звуки открытого космоса. Итак, «Гагарин Party», первый космонавт, влияние космоса и многое другое в программе «Субкультура». В Бога я не верю, но космос мне нравится больше. Только это влияние и может присутствовать в наши дни. Несомненно, каждый человек является частью космического пространства. У нас видоизменяет гораздо в большей степени, чем реальный космос. Может быть, основное влияние космоса, то, что я должен работать больше и придумать что-то. Потому что Гагарин первый. Нас же интересует только первые. А еще такая мечта — выйти замуж за космонавта, конечно. Инсталляция, посвященная пространству жизнетворческих коммуникаций. Говорить о космизме можно много, но экранное время не позволяет. Повеселитесь в открытом космосе. Конец. Конец, да. Хорошо бы. Пиво. Сейчас очень мало на это остается время, но тем не менее, порой бывают такие вот моменты. Что-то должно быть, как-то жить. Даже по сравнению с западными дансингами, павильон «Космос» — уникальное место, так как полностью передает ощущение от этой музыки космоса. Ощущение безграничного пространства, космической энергетики и неземной жизни вполне заменяет жизнь обыденную, земную. Телевизионный экран не дает полного представления об этом грандиозном зрелище, тем не менее атмосфера этой партии надолго запомнится тем, кому посчастливилось присутствовать на ней. Настроение очень хорошее, присутствие духа присутствует. Почему именно этот символ, а не какой-то другой космонавт, скажем? Потому что Гагарин первый. Нас же интересует только первые. А да, ну, например, Леонов вышел первым в открытый космос. Леонов тоже. Мы сделаем следующий Леонов пати. Ну, может быть, не конкретно Леонов пати, но, во всяком случае,
Мне очень хотелось говорить сегодня, к сожалению, не удалось, вот с первым человеком, вышедшим в космос. Алексей Неоронов, он же доктор Хас, но ученая степень не мешает оставаться ребенком, бредит космосом и космонавтиками. Юрий Гагарин, его лень. Любимый цвет – зеленый, любимый напиток – Кока-Кола. Первый в капсуле. Леонов был первый за бортом космического корабля, да. Это очень важный момент. Вот. И, возможно, в следующий раз мы сделаем Леонов пойти. Почему эта партия состоялась именно здесь, почему это в космическом павильоне, и вообще, как родилась идея создания такой партии и именно здесь, в Москве? Почему в павильоне «Космос»? Только потому, что музыка, которая нас вдохновляет, культура, которая нас вдохновляет, люди, которые нас вдохновляют, то есть которые являются нашими друзьями, это люди из космоса, это музыка космическая, это культура космическая. В том плане, что она вселенская. Кто вообще эти люди, кто пришли сюда? Что за люди здесь? Люди здесь совершенно разные. Во-первых, это 200 наших друзей из Ленинграда, которых мы привезли с собой. И это впервые, наверное, в практике, скажем так, советских каких-то дискотек и таких вечеринок. Потому что мы привезли людей, которые нас подпитывают, с которыми мы приятны. Во-вторых, это, скажем так, вся та культурная, ну, прослойка, весь та сфера, к которой мы бы хотели обратиться, это космонавты, это конструкторы космических двигателей, это какие-то очень такие известные, знаменитые люди. И мы здесь их собрали только для того, чтобы, ничего от них не требуя, сказать им: повеселитесь в открытом космосе. Вот наша идея. Евгений Бирман. На вид преуспевающий Яппи, внутренние заболевания, кубизм и ограниченный блокизм. Очень оптимистичный человек. Какие могут быть перспективы? Вы знаете, что конец века? Очень оптимистично. Вот наши перспективы. Мы радуемся, мы встречаем конец века, мы должны понять, что скоро близится действительно светлое царство. Мэтр отечественного авангарда. Знак зодиака близнецы. Хобби путешествовать. Любимый парфюм Шанель эгоист. Любимая страна где-то в Юго-Восточной Азии. Фанатичный верующий. В Бога я не верю. И очень сентиментальный человек. Ненавижу ностальгию. Я убиваю в себе сентиментальность всеми возможными способами. Телевизор не смотрит, журналов не читает, странно, а производит впечатление образованного человека. Я только что был там, в этом танзале, и на самом деле я испытал чувство глубокого удовлетворения, говоря по-брежневски, поскольку я увидел, что люди делают то, что хотят, и люди на самом деле отключены от того, что составляет суть их боли, скажем так. Как вы относитесь к фразе «No more fucking rock and roll»? Тут у меня, кстати, табличка висит на двери, да. Для меня рок-н-ролл – это олицетворение нашего и отчасти моего собственного славного прошлого. Я ненавижу ностальгию, я убиваю в себе сентиментальность всеми возможными способами. Я знаю, что рок-н-ролл принадлежит прошлому.
Это было прекрасное прошлое, это как первая любовь, но жить надо будущим. И поэтому я думаю, что весь этот русский рок со всем его пафосом, со всеми его прекрасными, незабываемыми чертами, конечно же, ушел всерьез и навсегда. Масштабы новой культуры всегда, во все времена, бывали невелики. То есть существует массовая культура, мейнстрим, который обеспечен деньгами, который обеспечен поддержкой крупных фирм, там, будь то фирмы грамзаписи или кинофирмы, ну, то есть вот всем тем, что называется шоу-бизнесом. И за редчайшими исключениями, скажем, одним из таких исключений были Битлз там, в 63-м году или там Sex Pistols в 77-м году. За очень редкими исключениями новая культура, она поначалу очень долго прозябает на таком вот, не то чтобы подпольном уровне, но на уровне групп меньшинств. Не обязательно сексуальных меньшинств, это могут быть и интеллектуальные меньшинства, и моральные меньшинства, и так далее. Потом постепенно она как-то овладевает сознанием масс и становится уже общеупотребительной вещью. Я думаю, что у нас произойдет точно то же самое, потому что, ну, в каком-то смысле рок-н-ролл был в 60-е, 70-е, даже в начале 80-х годов был культурой нескольких тысяч, может быть, нескольких десятков тысяч человек. Сейчас вы включаете телевизор, даже там какие-нибудь убогие ленинградские программы или центральное телевидение, там сплошной рок-н-ролл, там сплошные безмозглые идиоты, корячащиеся с электрогитарами, поющие непонятно о чем. То есть это худший образец жлобской массовой ширпотребной культуры. Я думаю, что освоение космоса это было лучшее, едва ли не единственное из того, что был сделан в нашей стране за годы советской власти. Поэтому мне очень нравится, что эта вечеринка, с одной стороны, как бы продолжает славные традиции советской пропаганды и науки, с другой стороны, впервые космос поставлен, на самом деле, на службу народу. Это очень приятно. Всегда любил смотреть на Млечный путь и вообще вверх. С другой стороны, не могу похвастаться тем, что видел неопознанные летающие объекты, пришельцы. Также не думаю, что испытывал когда-либо на себя влияние космических лучей. Тем не менее, всегда приятно подумать о том, что есть что-то наверху. В Бога я не верю. Космос мне нравится больше. Светлана Глыба, будущее и еще более ужасное. Светлана Дракуля Пионер, ученый-звездолог, тема исследований, искусство высокой моды в уголовно-эротических и психопатологических проявлениях. Ну, я вообще очень впечатлительная, и это произвело на меня такое впечатление, от которого я боюсь не оправлюсь в ближайшие несколько недель. Вот какая связь между модами и звездами? Есть какая-то прямая связь? Самая непосредственная. Понимаете, я думаю, что если вы смотрели эту передачу, то, наверное, вы поняли, как
астральные тела, космические лучи и неземные цивилизации влияют на моду. То есть только это влияние и может присутствовать в наши дни. Никаких других я пока не знаю. Вы собираетесь как бы немного от космоса отойти и теперь заняться модами ужасов? Вы знаете, это в принципе одно и то же. Ужасные моды и космические моды, потому что они как бы немножко непонятны. Они такие странные и пугают вот, людей как бы нормальных. Вот, и поэтому очень хотелось сделать такую передачу, в которой бы можно было немножко испугать, потом обрадовать, рассмешить. И я надеюсь, вот такая передача получится у нас следующая. Ну, дай бог. Да, и я там буду называться Светланой Дракуль, пионером. Что бы вы могли сказать по поводу новой культуры в моде? Вы знаете, я, в общем-то, ученый, и я могу подойти к этому только с научной точки зрения. И пока, в общем-то, наука так не определила вот эту вот новую культуру. И сейчас, я думаю, самое главное – заняться терминологией. Поэтому сейчас вот штат ученых, которых я представляю тоже, мы занимаемся как раз разработкой вот именно этой терминологии. Так что пока это такой небольшой космический секрет. Я участвую в качестве художника, но много людей вложило свои силы, и идея сделать вечеринку здесь — это не моя была идея, это гениальных организаторов этого дискотеки «Танцпол». Ну, мне кажется, что вообще движение зарождалось, ну, может быть, частично в конце 70-х, но в основном в начале 80-х годов. Ну и у истоков стояли, ну, во всех жанрах разные люди. Ну, про музыку все знают, я думаю, сейчас и так. Это, конечно же, группа «Кино», Сергей Курехин и его оркестр «Поп-механика», с которыми я сотрудничал, и с Курехиным, и с «Поп-механика», и с «Кино». Вот. И совершенно менее известный, но, может быть, очень важный коллектив «Новые композиторы». Они первые, чья композиция «Спутник жизни». Ну, я лично слышал ее в очень модной дискотеке в городе Париже «Бой», куда я пришел, и вдруг там играют новых композиторов. Потом я эту же композицию слышал в Нью-Йорке, в одной очень популярной дискотеке. И многие мои знакомые рассказывали, что их всегда удивляло, что среди западного такого цитадели, куда обычно не проникают советские деятели культуры, это западная дискотека, это то, где модная, я имею в виду, где музыка. Вот, туда редко проникает наша продукция. И вот композиторы как раз пробили эту брешь и фигурили даже в журнале «Айдин». Тимур Новиков – генератор идей, трансформатор мыслей. Идеи плакатного роста Маяковского и русского авангарда в живописи отразились в творчестве Тимура в полный рост. В живописи Олег Котельников, мой очень любимый художник, Иван Сотников участвовали в свое время в группе «Новые художники», когда мы основывали все это дело. Вот. Ну, вообще это явление настолько широкое, что назвать себе просто невозможно. Это сотни художников. В Москве свои корни, у нас свои корни. Ну, на самом деле время приходит, и люди находятся в том месте, где нужна культура. А вот был такой клуб друзей Маяковского. Чем он вообще занимался и почему именно Маяковского? Ну, главной задачей клуба Маяковского было бы популяризировать искусство русского авангарда. Но сейчас русский авангард настолько популярен везде, что говорить о его популяризации бессмысленно. Поэтому клуб перестал существовать как административная единица. Но помимо этого клуб Маяковского организовывал вечеринки, дискотеки, выставки и так далее. Но мы занимаемся этой деятельностью, только уже не называется «Клуб друзей Маяковского». Знак зодиака «Весы». Любит журналы с красивыми картинками. Любимое состояние – состояние покоя.
Но самое интересное и любопытное, что на меня произвело за последнее время сильно смешное такое состояние, это когда я узнал, что столица СССР теперь город Минск. Больше всего я люблю отдыхать. Я очень люблю спать и отдыхать. Я люблю журналы с красивыми картинками. Ваше любимое состояние? Покоя. Сергей Бугаев, он же Африка, хотя от своего африканского происхождения отказывается. Художник и киноактер. Любимые даты в жизни – 12 апреля 1961 года. Любимый головной убор – шапочка. Этим именем я обязан Борису Гребенщикову, моему старому другу, который просто придумал это в связи с, там, с имевшей место историей, которая связана с творчеством нашего небезызвестного поэта Пушкина. Мне посчастливилось быть в такой ситуации, когда спектр взаимодействий необычайно как бы пестр и разнообразен, потому что я очень люблю и пытаюсь связывать людей, которые мне очень нравятся, но между собой они не связаны как бы общими интересами. Вот. Но тем не менее есть некие как бы, точки взаимодействия. И, конечно, таких учителей было бы очень много, то есть я не знаю, даже с кого начать. То есть, собственно говоря, вот. От Платона до вот, героя Советского Союза, космонавта Леонова, которого мы здесь сегодня встретили случайно на этой гагаринской программе. Для меня, насколько я себе представляю, культурный процесс, он как бы неразрывен, и поэтому для меня культура настолько же дорога, скажем, культура Египта древнего, как и, скажем, культура периода социалистического реализма, как, скажем, «Павильон космос», как бы каноническое произведение совершенно характерного времени и, собственно говоря, культуры. То есть я вот предлагаю рассматривать такие мощные центры, как ВДНХ, как уже готовые, скажем, если бы то, что сейчас в разрозненном виде хранится в Национальной галерее в Лондоне, в Эрмитаже и в каких-то еще известных музеях, скажем, что касается египетских пирамид, если бы у нас была возможность наблюдать египетские пирамиды непосредственно в соответствии с тем, что в них находилось на тех местах, в которых это имело место, возможно, мы вот не повторяли бы эту ошибку, не носили бы как бы по частям такие гигантские, очень мощные скопления инфраструктуры целой культуры. И в этом смысле вот культура для меня раскрывается как некий комплекс, собственно говоря,
этих опытов, объединенных массой людей и народов, в данном случае в образе нашей культуры. Скажите, а вы теперь поставили крест на кино? То есть вы больше не будете сниматься или еще мы увидим что-нибудь? Просто снова в кино, в новом фильме такого режиссера Сергея Дебежева. Это очень такая сложная история, какая-то приключенческая. Вот. Но там очень интересный состав участников. Там участвует Сергей Курехин, это мой старый друг и один из моих, так сказать, учителей, если говорить об учителях, потому что это человек, который я познакомился, когда мне было 15 лет, и начал практически с самого начала участвовать в оркестре «Популярная механика», где мы занимались, в общем, довольно интересными экспериментами по синтезу не только музыки, театра, но и, скажем, зоологии и в известном смысле различных типов патологий. Сейчас все, что не случается, это похоже на очередную главу сказки, потому что жизнь, в общем-то, в известном смысле она наполнила сказочными персонажами. В данном случае они определяются понятиями добра и зла. Вот, и взаимодействие как бы вот этих вот систем добра и зла в данном случае у нас вот как бы воцарила победа добра. Насколько мы имеем в себе реальную ситуацию победы добра и насколько благополучно мы из нее выйдем, как бы, и сможем реально перейти на новый качественный уровень. Это, в принципе, большая задача. Вообще все, что не происходит или не происходило когда-нибудь на ВДНХ, все это всестороннее внимание и рассмотрение, потому что, в общем-то, есть такие в различных странах, есть такие места, как Диснейленд или прочие. Вот. Но я считаю, что ВДНХ – это прекрасная иллюстрация того образа жизни, который был прожит нашим народом в течение последнего века. Музыкант и художник. Любимая тема в творчестве – автопортрет. Я всегда занимался живописью. И музыкой занимался, потому что мне не хватало этого. А группа, конечно, распалась. Я не знаю, почему. Я всегда за новую культуру. И, конечно, я всегда ищу что-то новое. Я нашел ее довольно давно. Если говорить о культуре техно и современных дискотек. Конечно, мне хотелось, чтобы Санкт-Петербург был не самым последним городом в современной культуре. Я пытался создать ее в этом городе всеми своими силами. Мне кажется, что мне удалось. Может быть,